Вот они, символы восьмого этапа военно-патриотической эстафеты. Копия знамени Победы, револьвер, системы наган и фронтовые письма. Их держат юнармейцы, молодежь, которая помнит и гордится подвигом предков. Это уникальный проект, который объединяет в победной эстафете города-героев нашей страны. Объединяет ветеранов Великой Отечественной войны. Объединяет молодежь, которая теперь знает у нас восьмой этап и знает всех наших героев. Восьмой этап эстафеты «Салют Победе» посвящен Туле. Фашисты вышли к городу в октябре 41 года и столкнулись с героическим сопротивлением наших солдат. Несмотря на многочисленные попытки штурма, взять город немецкие войска так и не смогли. Их попытки прорваться к столице с юга оказались безуспешными. А уже через две недели началось контрнаступление Красной Армии в битве за Москву. Знаковые события обороны Тулы и ее герои теперь в центре внимания жителей Одинцовского округа. Проходит по нашим школам, нашим поселениям, и мы сейчас, объединившись, вспоминаем людей, которые боролись за нас. Вот уже третий год первый символы эстафеты принимает Кубинка. Уникальность этой эстафеты в том, что она показывает правду той Великой Отечественной войны, показывает ценность той Великой Победы и учит подрастающее поколение все это ценить, любить и помнить. Возложение цветов к памятнику матерям-победителей, финал торжественной церемонии, старт восьмому этапу военно-патриотической эстафеты дан. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».